Американские пары получат 10 тысяч долларов на свадьбу, если докажут вечную любовь. Вечная любовь заслуживает вознаграждения, уверены бизнесмены из Сиэтла. Каждая влюбленная пара уверена в себе и своих чувствах, но многие ли решатся поучаствовать в новом американском стартапе Swan Love? Смысл проекта предельно прост. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте и запросить у организаторов сумму до 10 тысяч долларов на празднование своей свадьбы. Загвоздка в том, что эти деньги они будут обязаны вернуть процентами в случае развода. Но если же этого не произойдет, то бракосочетание будет полностью бесплатным. Кажется, что это проект невероятный аттракцион щедрости, но в нем есть сильнейший психологический аспект. Организаторы как бы спрашивают вас, уверены ли вы в своей любви настолько сильно, чтобы взять кредит и никогда не развестись? Если нет, то стоит ли вам вообще жениться? А если влюбленные все же уверены в себе, тоже сейчас могут заполнить предварительную заявку на сайте. Портал TechInsider взял небольшое интервью у основателя проекта Swan Love, Скотта Ави, из которого стало известно, что предприниматель не надеется на получение прибыли в ближайшие годы и не собирается делать деньги на чужом несчастье. Для тех пар, которые окажутся на грани развода, он даже бесплатно наймет семейного консультанта. Но предприимчивый мужчина верит не чувствам, а цифрам. По статистике в США разводится около 35% пар, а это значит, что без прибыли он не останется. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, оставляйте свои отзывы, подписываемся на мой канал и ставим лайки. Всем спасибо!